Российскую топ-модель Ирину Шейк заподозрили в романе с популярным американским рэпером Канье Уэстом. Еще не так давно исполнитель состоял в отношениях с пышногрудой телезвездой Ким Кардашьян. У пары родились четверо детей, потом они объявили о расставании. Неужели имеет место измена? Изначально информация о новом романе селебрити появилась в инстаграм-аккаунте DeuxMoi. Затем ее мгновенно растиражировали зарубежные СМИ. Вот, например, The Sun пишет, что Шейк и Уэст очень долго дружили, и со временем эти отношения трансформировались в нечто большее. Отмечалось, что рэпер и модель специально не афишируют свои отношения. Оба пережили нелегкие расставания, у обоих были проблемы в личной жизни. Вероятно, они просто не хотят ничего усложнять и сейчас наслаждаются друг другом. Подтверждает теплую дружбу между Ириной и Канье тот факт, что селебрити очень много работали вместе. Вот, например, в 2010 году российская манекенщица появилась в клипе рэпера на песню Power, а впоследствии она же не раз представляла одежду бренда Уэста на неделях моды. Фанаты Шейк обмолвились в соцсетях, что в принципе не против такого союза, однако теперь они ждут официального комментария от российской красавицы. Ранее сообщалось, что топ-модель Ирину Шейк заподозрили в беременности. На очередных снимках с фотосессий у нее был явно заметен округлившийся живот. Может ли Канье Уэст быть папой ребенка? Если он, конечно, есть, пока неизвестно.